Всех приветствую. Продолжаем путешествие по книге «Великие музеи мира». Рассматриваем картины, описание к ним. Готфрид Схалкин. Мальчик, раздувающий огонь. Около 1698 года холст масла 75/63. Известный нидерландский живописец и график Готфрид Схалкин создавал преимущественно портреты и жанровые полотна. Мастерство художника он начал постигать в Додерхте у Самуэля ван Хоогстратена. А примерно в 1675 году перешел к Герарду Доу и переехал в Лейден. Ночные сцены и сюжеты, включающие искусственное освещение, были очень популярны среди голландских творцов 17 века. Довольно часто к ним обращался и Схалкин. На представленном полотне изображен мальчик, раздувающий факел, чтобы зажечь свечу. Она в начищенном подсвечнике в его правой руке. Занимающее пламя озаряет лицо героя, выхватывая из темноты его высокие скулы, веки, лоб, подбородок, губы. Везде заметны огненные рефлексы. Все окружение подростка поглощено ночным сумраком. Существует предположение, что это полотно было создано мастером по заказу Роберта Спенсера, второго графа Сандерленда, во время посещения Англии. Ну вот такое описание к работе Готфрида Схалкина «Мальчик, раздувающий огонь» я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.